Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного все ролика. Все в этой группе были героями задолго до того, в каких личные дела легли ко мне на стол. Сказать, что у них сильный характер, было бы преуменьшением. Особенно о Петровой. Капунь, ты не видел? Опять? Мало того, что надо носить эту дрянь, она еще и горючая. Столько лет училась стрелять, все зря. Стала санитаркой. Да постой, постой. Да. Не рвись на войну, доченька. Знаешь, мертвым слава ни к чему. Но этот бой, он важен. Ты важна. Ты и Миша. Все, что у меня есть. Легок на помине. Эй, не злись. Да я и не злюсь. Миша, что там у тебя? Пустые бутылки? Я обучаю партизан. Думаю, пить они и без тебя умеют. Делаем коктейли Молотова. Ты точно уверен, что можно давать это штатским? Бать. Ну, не волнуйся. На тебе лица нет. Эй, сестренка, обижаешь. Ты сам себя обижаешь. Дурёха. Дурень. Лягушка. Козёл. Жаба. А ну, угомонитесь оба. Я опоздаю. Тихо! Ну вот. Здорово, да? У нас семейный завтрак. Бомбы и пули. Лучшее начало дня. Пап, ты ведь понимаешь, что за эту старую винтовку тебя могут убить? Или не понимаешь? И кто тут слишком волнуется? Итак, немцы приближаются к линии фронта. А ты туда направляешься? Нет. Сказали, там такие, как я, не нужны. И... обучаю солдат на старом почтамте. Неплохо. Было бы неплохо, если бы меня спросили. Хоть будешь биться. Вот не надо мне этих «хоть». Хватит. Каждый вносит свою лепту. Кстати говоря, если вам попадутся эти ублюдки, вы знаете, куда их послать. Конечно, пап. Они не прорвутся. Никогда. Черт! Надо бежать! Меня ждут! Миша! Твой ящик! Если бы не мы, он бы даже голову дома оставил. Мы с тобой святые. Точно. Я передам ему по дороге к медпалаткам. Ты помогаешь своей родине. И я очень горжусь тобой, Полина. Спасибо, папа. Так, отдать ящик, да? Тебе нужно новое кресло. Ну нет, меня и это устраивает. Мы с Мишей здесь такие маленькие. Когда успели вырасти? У тебя так много медалей, папа. Ваша мама всегда хотела, чтобы они были на виду. Давно я на нем не играла. У тебя талант. Я соскучился по твоей музыке. Так, ну ладно, батя, все, мне пора. Аккуратней там. Ходите туда, оставаться тоже. Ты думаешь, немцы войдут в город? Нет, если дадите отпор. Наши партизаны, которых я обучаю, разгромят их еще на подходе. Блин! Я у вас... Миша, блядь, я что за тебя ящик-то таскаю, алло? Что
Что-то здесь очень вкусно пахнет. О, Полина, я оставила для вас буханку. Что-то забыл? Фух, ты меня спасла. Знаю. Я сейчас приду. Вот бы пойти с тобой. Да, хорошо бы. Да я стреляю лучше, чем любой из этих вояк. Тише, не кричи. Не наживай себе врагов. Ладно. Просто не делай того, что я бы не сделала. По-любому не смогу. Рядом с тобой я просто мазила. Жаль, что мы не можем поменяться. Твоя форма мне бы пошла. Просто постарайся вернуться домой. Целиком, по частям, неважно. Я научилась собирать людей заново. Есть, командир. Опаздываю за тебя. Придется идти по крыше. Полина, ты когда-нибудь упадешь и убьешься. Тогда ты скажешь, а я предупреждал. Ну иди уже. Ладно, иду, иду. Так, а куда у нас цель? Какая? Добраться до медчасти. Доброе утро. Доброе утро. Как у твоего отца с ногой? Наконец-то идет на поправку, спасибо. Ты слышала? Не волнуйтесь, Красная Армия разберется. Ну что ж, осторожней там. Ты работаешь. Так, блин, Assassin's Creed пошел. Я же здесь никак не доберусь по крышам. Ну да, прыгает она неплохо. Грузовик сломался. Не пройти. Двигай. Так, найти путь к медчасти. Ну ладно. Начмед даст тебе задание. Она там, за грузовиком. Медсестра Петрова, для вас есть работа. Приступайте, медсестра Петрова, вы нужны нам в первой палатке. Сегодня много раненых. Присоединяйтесь к товарищам. Вот черт! Это налет, придурки. Валим, 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 валим. Ёпты, разорвало. Ой-ой-ой, блин, я не увидел, что там это. Блин, не увидел. Серьезно. Ты первый увидел, который посередине. Распалили.
хрена не вижу. Блин, держись, Полина. Взорвалась. Ты помогаешь своей родине, и я очень горжусь тобой, Полина. Папочка. Возвращайтесь в свою квартиру! Немедленно! Блин, а где моя квартира? Теперь можем поговорить. Правда, у меня патронов всего 9, ну ладно. Ну не 9, а 14, ну хрен с ним. Не, подожди, я отсюда пришел через трубу, вот этого козла завалил. Из дробаша постреляем. Полина, что ты сделала? Беги из Сталинграда. Скорее. Oberstainer, wir haben da oben Verbrechergesinnte gefunden. Alles voller Waffen. Выбейте оттуда этих красных! Загоните их в угол! Поганые фрицы! Я вас всех порешу! Папа! Ты ошибаешься, старик! Отпустите меня! Так, это наша, да, комната? Снайперская винтовочка. Тебе не поможет, старик!
Нет, дробовик бери. Что взять? Он перезаряжается долго, но в принципе, блин, выносит-то он нормально. Вылазь. Сдох. Блин, автомат, конечно, был бы получше, но, естественно, не вместо вот этой винтовки. Ну ладно. Этого мало совсем патронов. Так, как-то надо танки отходить, да? Батя, блин. Папочка. Моя малышка. Соловей. Надо было остаться с тобой. Вы заботьтесь друг о друге. Блин, батю расстреляли. Так, ну а как тут обойти? Здесь у нас все перекрыто. По крышам хрен его знает, не получится.
Патрон. Блин, больше хрен. Блин, боеприпасов нет. Блин, взял переключился на нее, а там патронов нету. Да ёб твою мать, откуда одни гранаты-то везде? Сядь! Блин, это хреновый. Так, куда надо найти Михаила. Блин, это даже идти-то некуда. Так, все, я понял, куда. Блин, показалась башка. Так, молотова до хрена у меня.
как до хрена? 4. Сейчас тебе будет граната, собака. Давай быстрее. Блин, я тут долго буду бегать-то по кругу, нет? Что их тут сильно много. Патронов мало. Вот же суки какие, а. Да ты сдохнешь, нет. Блин, они меня видят. Ungeschützte Infanterie. Куда ты побежал, дурачок? Там газ, я не пойду пока туда. Блядь, патронов нет, нихуя нет, блядь. Палят отовсюду вообще.
Как ты не попала-то? Я не вижу, где я. Шарфшице, vorsichtig! Вообще не могу понять, куда они херачат. Они прячутся от тебя там! Они от меня прячутся? Ну что ж, это хорошо. Sie sind ungeschützt! Где прячется? Показывай. Их чисто есть! Убей охранников! Так, это этот, братан мой. Они мертвы! Освободишь нас, сестренка? Сестренка, это было потрясающе! Мы уходим! Быстро! Господи, я так боялся, что ты... Я? Это ты связанный! Займись другими. Поля. Папа. Папа погиб. Он мертв. Нет. Миша. Нет. Миша. Нет. Сейчас не время. Надо вывести отсюда новобранцев. Задержимся здесь. Потом не выбраться. Ты права. Ты права. Ладно. Идем. Нам надо выйти к Волге. Есть какой-то способ выбраться из здания? Миша, соберись. Как нам выбраться к реке? Здесь есть выход. Мы могли бы уйти в канализацию, но фрицы перекрыли двор. Будет сложно. Есть какие-то припасы? Оружие? Что угодно? На крыше были солдаты, защищавшие здание. Там точно была рация, а может и припасы. Я буду прикрывать с крыши, а ты отведешь своих людей ко входу в канализацию. Как скажешь, сестра. Может, ты доберешься до крыши отсюда? Здесь можно залезть на крышу. Я подсажу. Найду позицию и прикрою вас. Ну да, ты всегда стреляла лучше меня. Папа теперь со мной. И он точно бы не хотел, чтобы мы погибли на почтамте из-за этих ублюдков. Он бы гордился тобой. Нами гордился бы. Веди своих в канализацию. Я прикрою с крыши. Не промахнись, ладно? Не надейся. Ладно, ребята. Когда выйдем на улицу, не высовывайтесь, пока Полина не займет позицию.
Полина, слышишь меня? У меня есть рация. Черт, нет ответа. Боже, я надеюсь, что ты хоть раз в жизни слышишь, что я тебе говорю. Мы в воронке возле трамвая. Полина, мы выдвигаемся по твоему сигналу. Русские, вы окружились! Признайте свое поражение! Я и сдохнусь! Я все подрасил! Не ходим! Какая сука там по мне гасит из пулемета? Мы здесь долго не продержимся, расчисти нам путь! Давай, давай, вперед, мы уже близко! Много. Целый ящик. Добро пожаловать в Сталинград, урод! Ты меня сглазил. Ты что не попадаешь? Блин, я тут взял, сказал. Полина, прикрывай их! Нужно время, чтобы открыть вход! Полина, гостиница! Нас прижали огнем из гостиницы! Ну я тебе что с гостиницей-то сделаю? Вот бы мне так стрелять! Полина! Они пытаются обойти тебя по крышам! Не могу понять, кто. Полина, спускайся ко входу в канализацию. Сбоку есть леса. Ты можешь спуститься по ним. Где? Спускайся вниз.
Надо было ему лучше руку прижать. Жить в Сталинграде само по себе подвиг. Вырваться оттуда тем более. Но Сталинград навсегда остался в ней. Зверства нацистов лично затронули каждого из нас, разрушив что-то важное в наших жизнях. Думаю, что именно поэтому Усо нас и выбрала. Но Полина, ее рана особенно глубока. Она не оставит это без ответа. И это делает ее самой опасной в моей команде. Ах, какая история. Вы не смогли даже спасти отца. А сколько твоих ублюдков я положил? Откуда русская со старой винтовкой в секретной операции союзников? Я тебя не боюсь, мышонок. Вы не так поняли, фройляйн. Мне не нужен ваш страх. Мне нужны ваши крики, чтобы ваши друзья заговорили. Да? Потому что я женщина. Ты ведь не слишком опытен. Расскажите. Вот же мразь. О каких группах союзников в Германии? Не о чем тут говорить. Так, а о чем стоит говорить, фройляйн? О Фрайзингере. Приведи его. Мы вместе подтвердим мой рассказ. Увести. Пришлите мне все документы на Штайнера и фотографии той женщины-снайпера. Леди Соловей, да. Ее. И что... Герр Фрайзингер, я собирался к вам. Та женщина подтвердила. Шестой боец мертв. Вы уверены? Американец? Задержан в Темпельгофе? Угонял самолет? Какой в этом смысл? Пленники обдурили вас, Рихтер. А вы дурите голову мне! Американца уже везут сюда. Мне что, допрашивать его самому? Тогда вы мне не нужны. Расстреляй его. Съел немец. Ты как? А не видно? Да я из вежливости. Что ты сказала? Немного поболтали о пытках. Ладно. Я повторила твою ложь. Он поверил? Заткнулся, когда я вспомнила Фрайзингера. Как выберемся? Самым первым делом пойду в кино. На трех мушкетеров. Чтобы Эдит Мира снова разбила мне сердце. А ты, Лукас, что будешь делать, когда выберемся? Я? Первым делом я наемся ламингтонов.
Буду жрать целую неделю. С тобой ясно. Да. А вот я бы зашел в свой паб, чтобы милая Барбара наливала мне эль, пока я не забуду про эту войну. Не знаю, жива ли она еще. Все мои родные мертвы. Я что-то чувствую только тогда, когда вижу немца, молящего о пощаде. То есть, сейчас я на своем месте. Уэйд сделал все так, как я и рассчитывал. Он сыграл свою роль, не зная о моем плане. Мои спутники сбросили его со счетов, но я надеялся на его фирменное обаяние. Еще раз так сделаешь, и у тебя будут большие проблемы. Отряд врал про вас, лейтенант. Лейтенант? Вот нет бы сразу. Совсем другое дело. Вы же шестой. Да. Зачем вам самолет? Нацисты. Бои на Тихом и то были лучше. Я хочу знать, о чем они еще солгали. Уэйд умеет выкрутиться из любых передряг. На первый взгляд, его рассказы о Мидуэ могут показаться хвастовством. Каждый раз он излагает эту историю немного по-разному, добавляя к своему счету то звено Заро, то еще один авианосец. Но я читал доклады о событиях того дня. Если Уэйд и преувеличивал, то совсем чуть-чуть. Напоминаю, наша главная задача – уничтожить два японских авианосца. Одним из них займется эскадрилья «Виктор Шугар», вторым – «Виктор Бейкер». Шестая истребительная прикрывает. Повезет с погодой, они и опомниться не успеют. Если победим, весь Тихий океан наш. А теперь ступайте и потопите эти авианосцы. Мало того, что операция сложная, так еще и вся война на кону. Расслабься. Я рожден для таких дел. Ты да, но я-то нет. Vamos, Джексон. Так, битва при Мидуэе. Короче, да, на этом заканчиваем эту серию и продолжим уже в следующей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.